Женщинам с этими именами везет в браке. Есть мнение, что имя влияет на судьбу человека. Из этого видео вы узнаете, какие женские имена принесут счастливый брак. Это топ женщин, у которых браки очень редко разрушаются. Однако надо понимать, что на характер человека влияет не только имя. Поэтому надо выбирать себе супругу не по имени, а учитывать все факторы, в том числе и характер. Итак, давайте узнаем, каким женщинам больше других везет в браке. Номер один. Елена. Девушки с этим именем очень покладисты, они красивы и умны. При этом сложно им что-то возразить, так как они всегда аргументируют свою точку зрения. Как показывает практика, Елены долго думают перед тем, как согласиться на брак. Это очень важное решение для них, поэтому они будут долго сомневаться и все обдумывать. Таким образом, мужчине надо запастись терпением и убрать свою гордость, если он решил жениться на Елене. Номер два. Анастасия. Эти женщины отлично переносят все проблемы и невзгоды, которые встречаются на пути семейной жизни. Они могут простить измену любимому мужчине, но только один раз. Они считают, что один раз – это случайность, два раза – уже система. Анастасии – отличные психологи. Им достаточно переброситься парой слов, чтобы узнать настроение супруга и понять, как лучше вести себя с ним в конкретно взятый момент. Номер три. Мария. Это весьма удачливая женщина во всем. Она будет счастлива в браке, на работе и в других сферах. Их оптимизм притягивает удачу, поэтому все проблемы разрешаются, казалось бы, сами собой. Легкий и отходчивый характер и нестандартное мышление позволяет им быть особенно ценной женой. Номер 4. Елизавета. Это имя притягивает к себе удачу. Девушки с этим именем весьма влиятельные и амбициозные. Однако это властолюбие никак не мешает им в семейной жизни. Напротив, они кроткие с любимым человеком, и все проблемы решают сообща. А реализуют себя на работе или в других сферах, где можно показать себя во всей красе. Несмотря на строгий характер, Елизаветы весьма чуткие, жизнерадостные и гармоничные. Они всегда хотят изменить мир к лучшему. Номер 5. Екатерина. Для нее настоящее счастье – это быть рядом с любимым человеком. Она больше всего ценит совместное времяпровождение, поэтому не старается искать точки разногласия во время таких моментов. Мужчинам нравится такой подход к семейной жизни, что позволяет сохранить брак на долгие годы. Надеемся, данное видео было для вас интересным и полезным. Желаем вам счастья и семейного благополучия. Дорогие друзья, если вам понравилось это видео, вы можете подписаться на наш канал и нажать на колокольчик. Также будем рады вашему лайку.